За струки шаришь. Сегодня у Пабуса на стриме сидел. Антар доложился, что Олежа ебнулся окончательно и пошел стримить доту. Олежа либо ебнулся, либо в себя поверил. Прокомментирую. Ну, ебнулся то, что в доту пошел играть. А в себя поверил. Может быть, поверил то, что его ЦА Абассанса, в котором он в рот сыт, будет его смотреть в доте. Вот, и он что-то из себя представляет вне нашей игры. Ну, Олежа... Не, я к Олеже отношусь очень хорошо. Я говорю, мой любимый просто танковый блогер. Вот, но что-то Олежа, конечно, с ума, блядь, сошел. Олежа что-то, я говорю, либо ебнулся, либо в себя поверил.